Дороги краевого значения убираются в штатном режиме. Однако накануне в Фокино серьезная ситуация сложилась на крутом подъеме по улице Карла Маркса напротив магазина «Авоська». Здесь не все автомобили смогли подняться в сопку. Несколько фур не преодолели этот сложный участок краевой трассы. Причина такой ситуации банальна – гололед, образовавшийся после снегопада. Большегрузы, чтобы не создавать транспортного затора, вынуждены были стоять вдоль дороги. Краевая трасса, проходящая через наш город, еще не очищалась от снега, поэтому некоторые большегрузные автомобили не смогли подняться в сопку. Для урегулирования данной ситуации на место прибыли сотрудники госавтоинспекции и дорожного надзора. Проблему удалось разрешить в течение часа. Дорогу в этом районе посыпали рабочие компании «Примавтодор», и постепенно большегрузы смогли подняться в сопку и отправиться до пункта назначения. А в свою очередь стражи порядка еще раз напоминают водителям, стоит быть предельно внимательными при движении по снежному накату. Необходимо помнить о соблюдении дистанции, которая позволит сбавить скорость, не прибегая к экстренному торможению. На побродке иди! Ну, в общем, я 6 комбо, если что-то.